Губернатор Магаданской области Сергей Носов проинспектировал строительные площадки в городе. Спортивный комплекс «Президентский», «Кванториум», «Онкодиспансер», «Старый пирс» и новый жилой комплекс «Нагаева», бассейн на улице Октябрьская, детский сад в 3-м микрорайоне. На всех объектах глава региона отметил хорошие темпы и качество. Подрядчики укладываются в сроки. Сергей Носов напомнил, что для строительных работ в столице Колымы осталось всего 3,5 месяца. Кроме того, губернатор оценил ход ремонтных работ на 3 участках в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Я не знаю, как магаданцы, мне лично нравится. Мне нравится то, что бордюры гранитные, то, что дорожки пешеходные будут получаться. Если хотите, нормальные, цивилизованные. Не хуже, чем где-либо. Ну и автомобилисты должны оценить качество асфальтирования. В городе в целом, кстати, асфальт делают неплохой. Есть замечания вот, к федеральной трассе, значит, больше замечаний. Поэтому на данный момент все, что делается в городе, выигрывает по качеству.